у нас подъем, еженедельный прирост заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями был зарегистрирован в республике с середины декабря прошлого года. И мы отмечали еженедельный прирост заболеваемости на 10%. Это острые вирусные респираторные инфекции. И, соответственно, тогда же мы говорили, что в середине января мы будем ожидать подъем заболеваемости гриппом. На сегодня у нас 17 января, прогнозы также, они, в общем-то, оправдались. Первые случаи гриппа начали регистрироваться с 50-й недели 2016 года, единичные случаи. И на сегодня мы имеем 89 случаев гриппа, зарегистрированные в Республике Татарстан. В основном регистрация идет по городу Казани и набережной Челны. И также со второй недели 2017 года мы отмечаем общий подъем заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями и гриппом выше эпидемического порога. Выше эпидемического порога по Республике Татарстан на 62%. Еще раз повторюсь, что это сумма острых вирусных респираторных инфекций и гриппа, в составе которой на грипп приходится только 89 случаев. То есть, если в абсолюте у нас зарегистрировано 25 831 случай суммы гриппа РВИ, значит, 89 из них – это грипп. Пожалуйста, прошу это четко понимать и, в общем-то, для населения доводить тоже очень эти цифры корректно. Значит, превышение эпидемического порога в республике, повторю, да, на 62% среди всех групп населения, кроме детей, в возрасте от 0 до 2 лет. И вот этот вот прирост заболеваемости у нас произошел за счет города Казани, где превышение эпидемического порога почти в 2 раза среди всех групп населения. А по другим городам Республики Татарстан ситуация пока на сегодня умеренная. Превышение незначительное отмечается также со второй недели. Это набережные Челны на 32% и город Зеленодольск на 15%.